Хорошо. А как вы относитесь к тезису, что украинская музыка гораздо более напевная, и там гораздо богаче в этом смысле потенциал этого языка? Нет, я так не считаю. Нет? Нет, она не напевная. Украинская музыка – это русская музыка, по сути. Ого! Конечно. Конечно. Ну, конечно, это южно-русская музыка. Помнишь, был фильм в августе 44-го, я музыку писал. И там был один там человек, который говорит, о, южно-русский диалект. Помнишь текст такой? Украинская история – это южно-русский диалект, это южные русичи. Никогда не надо забывать о том, что так получилось, что они сделали свой собственный проект государственный. Вот они его так видят. Я бы к этому относился по меньшей мере с уважением. Понимаешь, с уважением. Ну, сделали и хорошо. На мой взгляд, зря. На мой взгляд, зря. Но это мой взгляд. Я частное лицо.